поет, лауреат фестиваля латиноамериканской музыки Николай Камалятов. Альбенис, Астурия. Thank you.
первой половине 19-го столетия в Европе наступает золотой век гитары. Именно в этот период в Испании и в Италии появляется целая плеяда талантливых гитаристов, композиторов и исполнителей. Среди них Фернандо Сор, Маро Джулиани, Фернандо Карулли, Маттео Каркасси. Пьеса одного из этих композиторов, Рондо Фернандо Карулли, прозвучит сейчас в исполнении дуэта гитаристов Николай Камалятов и Виктор Ерзунов. Любой гитарист знает, что существует огромная литература для дуэта гитар, которая практически не используется или используется очень мало. Какая же все-таки направленность вашего дуэта? Мы играем всякую музыку, которая существует для дуэта гитар. И кроме того, Виктор Ерзунов пытается сочинять что-то для дуэта гитар. Сыграем экспромт. Thank you.
В России шестиструнная гитара появилась во второй половине 18 столетия. Появление гитары в русском музыкальном быту удивительным образом совпало с возникновением новых городских русских песен, романсов, которые, в отличие от старинных крестьянских русских песен, требовали гармонического сопровождения. И здесь гитара оказалась незаменимым инструментом. В нашем концерте «Русские народные песни» поет дипломант всесоюзного конкурса Татьяна Крашилина. Ой, да надоело мне на проку. Надоело соловью зима с морозами. В начале нашего века по всей Руси, даже в самых глубоких деревнях, пели песню «Чудный месяц плывет над рекою». Чудный месяц плывет над рекою, все в объятиях ночной тишины. Я сижу и любуюсь тобою, здесь с тобой, дорогая моя. Ничего мне на свете не надо, только видеть тебя, милый мой, только видеть тебя бесконечно, любоваться красотой.
для кого я жила и страдала, и кому я всю жизнь отдала, как цветок ароматный весною, для тебя одного расцвела. Но, увы, коротки наши встречи, ты спешишь на свидание к другой, так иди, пусть одна я страдаю, пусть напрасно волнуется грудь, чудный месяц плывет над рекою. Русская городская песня, русский романс, их мелодическое своеобразие потребовали и некоторых изменений в шестиструнной гитаре. В России все чаще и чаще стала употребляться семиструнная гитара. Необычайная популярность семиструнной гитары в России в начале 19-го столетия привлекла к себе и талантливых музыкантов. Среди них основоположники русской семиструнной гитары, школы игры на этой гитаре, Андрей Осипович Сихра и Михаил Тимофеевич Высоцкий. Они же явились создателями оригинального репертуара для семиструнной гитары. В основе это концертные вариации или фантазии на темы русских народных песен. Андрей Сихра. Вариации на тему русской народной песни «Покажися, месяц ясный». В исполнении лауреата всероссийского конкурса Анастасии Бардиной. Кстати, семиструнная гитара очень тесно связана с русской песней, с русским романсом. Значит ли это, что семиструнная гитара, ну, мало пригодна для исполнения классической музыки или музыки других композиторов других стран? Знаете, она очень пригодна для исполнения именно классической музыки. Вот как раз доказательство слов о том, что не только русская музыка может играться на семиструнной гитаре. Я хочу сыграть «Гранадоса». Испанский танец номер 5. Пожалуйста. Thank you.
звучанием «от сердца к сердцу» так можно назвать старинный русский романс. Особую проникновенность приобретает он, когда звучит в сопровождении гитары. И, естественно, на нашу встречу, посвященную гитаре, мы не могли не пригласить и исполнителей русских романсов. Поет лауреат всесоюзного и международного конкурсов Вера Журавлева. Партию гитары исполняет Анатолий Шавырин. Обухов «Калитка». Гитара во всем мире широко используется как ансамблевый инструмент. Но вот такой ансамбль, который сейчас выступит перед вами, конечно, мог появиться только у нас в стране. В ансамбле с гитарой звучит русская балалайка. Русские народные мелодии играют лауреаты Всесоюзного конкурса артистов эстрады Александр Федоров – балалайка и Вячеслав Сидельников – гитара. Русская народная песня «То не ветер ветку клонит». Thank you.
Thank you.